Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о нескольких гигантских обелисках в Эфиопии, которые буквально громадных размеров, которые ничем не уступают египетским обелискам и одному незаконченному обелиску в Асуанской каменоломне. Я покажу фотографии из Асуанской каменоломни. Я, кстати, уже сделал видео о Асуанской каменоломне. Ничем не уступает, по крайней мере, по весу гигантским каменным блоком в каменоломне Баальбек и в храме Баальбек. Я тоже покажу несколько фото оттуда, и нужно будет переделать видео о Баальбеке. Я думаю, что постараюсь относительно в ближайшем будущем, насколько смогу, сделать видео о Баальбеке также, переделать и перезагрузить. Эти обелиски, согласно официальной версии, это уже было построено, якобы они в нашем веке. Во время там, я напишу официальную информацию, что говорит Википедия о этих обелисках. Я только скажу сказать, что они действительно громадные. И как древние эфиопы в незапамятные времена это все построили, установили, как они передвигали, это вопросы всех вопросов. Теоретически возможно, конечно, нагнать миллионы людей и день и ночь там долбить на протяжении там 100 лет. И теоретически это все можно сделать. Но практически, конечно, как, то, когда, вопросы всех вопросов. Все остальное по этим обелискам и также официальную информацию из Википедии вы увидите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Единственное, что хочу сказать еще раз от себя – что эти обелиски как минимум удивляют. Громадные обелиски, громадных каменных размеров, громадные высоты. Один из них, ну, самый большой, разрушен там вдребезги. Кто построил, когда построил, только может машина времени дать ответы на все вопросы. Спасибо за ваш просмотр, все остальное вы видите дальше в видео.